Добрый день, друзья! Сегодня мы находимся в Infinity, в одном из комплексов большого проекта Sun Valley. Это район элитной застройки в регионе Эс-Сантапе-Кирения. Эта местность знаменита своими сосновыми рощами, заповедной зоной, охраняемой законом, и близким расположением одного из самых красивейших гольф-клубов мира. Infinity – это премиальный комплекс малоэтажной застройки. Квартиры здесь отличаются большой площадью и шикарным видом на море и горы. Несмотря на большую стоимость, квартиры были раскуплены очень быстро. Но у нас сегодня для вас специальное предложение. Апартаменты с двумя спальнями и двумя санузлами на первом этаже. Общая площадь 130 квадратных метров, 105 из которых это закрытая площадь и 25 квадратных метров терраса. Во всех помещениях квартиры, включая ванные комнаты, установлена центральная система охлаждения и центральная система отопления. Отделка квартиры выполнена с использованием высококачественных строительных материалов. Рабочая поверхность на кухне сделана из камня. Панорамные окна имеют алюминиевый каркас. Выход из квартиры ведет прямо к бассейну Infinity, с которого открывается прекраснейший панорамный вид на море. Стоимость аренды этой квартиры сегодня 130 евро в сутки. Завтра как раз заселяются новые арендаторы, и мы с трудом получили возможность снять это видео, потому что этот комплекс пользуется популярностью круглый год. Поскольку комплекс Infinity является частью проекта Sun Valley, резиденты комплекса могут пользоваться инфраструктурой всего проекта. Инфраструктура данного проекта включает бассейн с эффектом бесконечности, ботанический сад с ландшафтным дизайном. Оздоровительный комплекс мини-городка имеет крытый бассейн, сауну, тренажерный зал, турецкую баню, комнату для массажа, йоги и пилатеса, а также мини-кинотеатр. Расстояние от комплекса до пляжа 5 минут на автомобиле. Примерно столько же до гольф-клуба. Ближайшие магазины и аптека в 7 минутах езды. В проекте имеется регулярный трансфер. Ну а теперь самое интересное. Стоимость апартаментов 220 тысяч фунтов. Вся мебель и бытовая техника в цене. Если вам интересен этот или другие объекты, связывайтесь с нами по контактам в описании под видео.